Животные атакуют, современный ковбой, пустынный навигатор и мороженое позволяет все. Всем привет, с вами Азамат, тот самый дебил, лицо которого можно зацензурить, так как на ютубе нельзя показывать интимные части тела. Прожарка! А так-то мы себя со второго выпуска уже прожариваем. Кто не в теме, вбейте в ютубе прожарка и поймете, о чем я. И пока в Казахстане официально запустили Юбер, только в Астане, Алматы справляется с последствиями стихии. Водители стали поджидать новые опасности на ночной трассе. Верблюды. Происходило все в Астраханской области. Ну, вот что-что, а от верблюдов такого не ожидаешь. Ладно, если там плюнул, можно сказать, что заслужил. Что же такого сделал водитель, чтобы его машину так сильно разнесли? Наверное, им не понравилось, что он начал им сигналить. Я знаю, это родственники тех самых популярных чуваков. А ты кому сигналишь, что ты дядя? Главное, чтобы другие животные не переняли такой способ атаки. А то подобные инциденты будут заканчиваться очень печально. Водитель, перекинув веревку через троллейбус, сорвал зеркало, проезжающее мимо BMW 5 серии, после чего запчасть прилетела прямиком на капот автора видео. Да он прямо ковбой какой-то! Хотя нет, троллбой! Азамат, остановись! Не знаю, на каком автомобиле передвигается автор, но может он когда-то хотел купить себе BMW. И это, мол, знак свыше, на тебе для начала зеркало. Но просто какова вероятность, что веревка от троллейбуса зацепит зеркало проезжающего мимо автомобиля, и та запчасть точно прилетит вам по центру лобового стекла? А происходило все в Казани. Это что получается? Слушай, а ты умеешь? Я на тебя сейчас накину лассо и придушу, если не остановишься. Карский Z News. Мы защитим татаров. Забавный случай произошел в Западном Казахстане. Алло, салам алейкум. Да кто, как доехать? Далеко еще? Алло. Походу, русский язык не знает. Салам, брат. Хе-хе, мужик, ну, в свете последних событий я не стал бы подходить к верблюду, даже если на нем сидит красивая девушка и просит о помощи. Карский Z News поддерживает феминизм. Мы за равные права среди женщин. Белых женщин. И не смотрите на добрую морду верблюда. Я тебя запомнил. Жди моих братанов ночью. Не тому верблюду ты в душу плюнул. Сразу вспоминается верблюд по дороге Балхаш-Караганда. Кто там ездил, тот поймет. Он не тронул водителя, потому что у него iPhone. Слушай, а с каких пор ты по видео можешь определить яблочную продукцию? Чё, дофига эксперт, что ли? Чё, казахстанский Вилсаком? Фу ты, блин, достал уже, честное слово, а? В Алматинской области водитель автобуса перегородил движение встречного транспорта. Наложил классную. Я прям свои школьные годы вспомнил. Блин, классная музыка. Скинь ее по их порту. Хотя нет, давай по блютузу.
Кстати, кто знает автора данной музыки, можете написать название? Я ее с 7 класса ищу. Вот честное слово. А водителю пофиг, что он перекрыл единственную полосу для движения. Он мороженое ест. Жизнь удалась. Мне плевать на всех, облизываю где хочу. Ну а если бы у водителя автобуса был наш стикер «Карский Z», то у него хватило бы ума не выезжать на встречную полосу и не перекрывать движение. Так что репостите данный выпуск, чтобы участвовать в конкурсе стикеров. Также подписывайтесь на канал «Карский Z», чтобы животные не атаковали ваш автомобиль. Подписывайтесь на канал «Гараж Медиа», чтобы разные ковбои не отрывали части вашего транспорта. Вступайте в нашу группу ВКонтакте, если хотите, чтобы сборная, за которую вы болеете, стала чемпионом Евро-2016. С вами был Азамат. Саубонус! Не, реально 7 класса название еще не могу найти.